Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в шпионалочку на сервер Плей, 4 сервер, мы здесь Легенда Путбуль, не забывайте вводить мой ник при регистрации, и также не забывайте вводить мой промокод, пишите МН, потом убирайте 10 пункт промокод, и пишите вот такой промокод, KGAME. Как только вы держите 7 часов, вы получите 50 тысяч, обязательно вводите мой промокод. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас новая серичка, и сегодня должно вроде бы как выйти обновление, но это не точно, и чувак не тачку разбил, увидели просто это? Увидели просто эту наглость? Ладно, хрен с ним, в принципе, либо у меня такая тачка хрупкая, либо он охуел, ну ладно, в принципе, неважно. Вроде бы как сегодня должно было выйти обновление, но оно еще не вышло, поэтому я решил, пацаны, провести еще один эксперимент. В прошлом видео мы прыгали с горы, а сегодня мы на всей скорости проедемся по льду на Феррари, и посмотрим, выдержит нас лед или нет, и как быстро мы по нему проедемся. Я думаю, это будет интересно, поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и погнали! Ну что ж, давайте приступим к эксперименту. Я решил попробовать сначала возле Рублевки, потом если что поедем к городу, там тоже есть лед, но здесь такое более-менее нормальное место. Я попробую с этой стороны переехать на ту. Все, просто разгоняемся до максимальной скорости и едем по льду. Я надеюсь, у нас все получится. Да. Я надеюсь, что у нас все получится, но в итоге получился пиздец. Ну вы сами, в принципе, все видели, что лед просто сразу провалился под моей машиной. Но я человек не глупый, поэтому я ее постарался припарковать. Но почему-то она не появилась. Так, интересно, интересно. И где теперь моя машина? Вот это уже реально интересно. Чё-то я уже не догоняю. Я ее припарковал вот здесь, на этом месте, но ее здесь нету. Ладно, сейчас будем с этим разбираться. Короче, пацаны, с моей машины какая-то бабуня, и поэтому я решил взять машину ренты какую-то быструю и попробовать на ней проехать, потому что я еду брать Феррари, ее там нету, блядь, хотя пишут, что она там. А на серии она медленная, поэтому смысла не ехать не будет. Мы берем, короче, какую-то из этих тачек, не знаю какую, наверное, Mercedes, либо BMW, ну не знаю даже, что взять, пацаны, может Dodge SRT, он тоже немедленный. Давайте, я думаю, его возьмем и на нем проедемся по льду. На всей скорости сейчас развонимся, около, получается, города есть лед, и там как раз мы это и проверим. Я думаю, получится нормально, главное, чтобы он с первого раза не провалился, и я смог хотя бы сделать пару попыток. Ну что ж, мы уже подъезжаем к нашему месту, где мы будем пробовать проехать по льду, поэтому разгоняемся аккуратненько, главное не перелететь просто так. И пизда просто, реально просто пизда. Сразу просто мы тонем. Просто моментально, просто весь лед нахуй хуяк. Его нету, ебать, и все, ебать. И корми рыбок называют. Вот так вот и все. Видите, какой мы кусок просто огромный оторвали. Это просто пиздец. Но я не сдаюсь, пацаны. Я попробую еще хотя бы один раз, потому что я, сука, хочу проехать по льду на скорости 200+. Поэтому давайте попробуем еще раз это сделать. Пацаны, я придумал гениальный план просто, как нам постоянно не возвращаться и не брать новую машину. Мы просто сейчас все тачки будем брать в автосалон на тест и на них ездить по льду. Все, я взял BMW на тест-драйв. Так, берем разгон, пацаны, давай, родная. Бля, конечно, она очень вяло едет, надо будет что-то другое еще взять. Нормально, нормально, пацаны, идем. На всей скорости просто залетели и заебись. По-моему, забыл ремень пристегнуть, кстати, да. Выезжаем, отлично. Кстати, возле горы тоже лед есть. Кстати, можно будет типа с горы пробовать спуститься на всей скорости и долететь на другую сторону. Мне кажется, это будет очень круто. Ну что ж, давайте теперь попробуем в другом месте прыгнуть, именно вот здесь. Сейчас будет вообще эпичный прыжок, поэтому, пацаны, с вас обязательно лайк. Итак, разгоняемся, сворачиваем вот сюда. И пизда. Но ничего страшного, выходим с тачки и берем следующий автомобиль. Так, давайте попробуем здесь еще раз прыгнуть. Давай, ты должен, X, ты должен. Давай, красавчик. А, нормально, проехал, проехал, красавчик просто. Ну что ж, пацаны, я думаю, на это будем заканчивать. Пролим пару экспериментов, протестили несколько машин. Лучше всего проехала у нас, получается, Бэха или что там было. Но тест пройден, пацаны. На всей скорости можно все-таки залететь на лед и на нем проехать. Это очень круто. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите играть на 4-й Радмир вместе со мной. Всем пока-пока.